33 корабля лавировали, да не вылавировали. Скороговорки – основа основ в постановке сценической речи, поэтому с них и начинает занятие младшая группа театральной студии «Кружева». Актерским тренингам маленькие воспитанники уделяют немало времени. Все-таки только начинают путь артиста и могут быть уверены, что, набравшись опыта, сыграют серьезные роли. В репертуаре старших подопечных студий, например, спектакли по мотивам «Дон Кихота» и даже «Слово о полку Игореве». Дети одинаково хорошо понимают, если им хорошо объяснить. Они курочку рябу могут не сыграть, ну, не понять, если им не объяснять. То есть, насколько ты этот материал понимаешь, насколько ты доносишь. А на самом деле, кажется, древнерусский текст, а там все понятно. Если ты начинаешь разбирать, ну, все, любовь, все, жизнь, смерть, и грусть, война. Я очень люблю спектакли, в которых я играю. Я очень люблю театр, я очень люблю сцену. Я была на нескольких занятиях в других студиях, и, если честно, именно это место для меня как будто бы более родное, что ли. Мне нравится, я очень люблю Анну Николаевну, своего режиссера. Я очень люблю людей, которые сюда ходят. Я очень люблю это место. Елизавета Ермоленко занимается в студии «Кружева» в КЦ «Архангельская» уже 12 лет, буквально со дня открытия. За это время сыграла не одну главную роль, а еще определилась с будущим. Хочет стать режиссером. Младшее поколение воспитанников не настолько уверено в выборе профессии, но перспективы для ребят очевидны. Чтобы можно было выступать, чтобы можно было на конкурсах всяких участвовать артистских, можно было всякие там спектакли устраивать и всякое другое. Это, кстати, единственная студия, куда он ходит долго, потому что мы пробовали еще какие-то варианты. Единственное, где он задержался, это здесь. У них и музыка, у них и стихи, у них развитие речи, у них, ну, как-то они раскрепощены стали более. То есть он у нас выступал на большой сцене, и, в общем-то, я удивилась, что он не испугался это сделать. Стараются в студии время от времени гастролировать и участвовать в фестивалях. В 2017 году, к примеру, у «Кружева» завоевали гран-при Красногорской театральной весны со спектаклями «Дневник медвежонка» и «Корова». А сейчас готовят к показу новую постановку «Тень» по мотивам пьесы Евгения Шварца.